каждом храме нашего района святочные дни были отмечены радостными детскими праздниками, посвященными Рождеству Христову. Это были и концертные программы, включающие музыкальные и поэтические номера, и небольшие спектакли. Перед храмом в Верхнеуральске 7 января состоялась игровая программа с Дедом Морозом. Музыкальное сопровождение праздника впервые осуществлялось автоклубом, полученным в конце 2019 года. В каждом малом населенном пункте нашего района теперь будут проходить концерты и будет звучать музыка в профессиональном звучании. Глава муниципалитета Сергей Айбулатов посетил мероприятие. Желаю вам всем здоровья, счастья, благополучия. Хочу, чтобы в каждой семье был мир, хочу, чтобы в каждой семье была любовь, чтобы в наших семьях росли дети, чтобы нашим детям было чем заниматься в нашем любимом городе. Мы для этого стараемся, делаем максимум. Поэтому всех-всех с праздником, всем здоровья, счастья, благополучия. Настоятель Свято-Никольского храма отец Алексей поздравил прихожан с Рождеством Христовым и пригласил отведать кашель полевой кухни с горячим чаем. Мира, любви, добра где? В наших сердцах. Господь говорит: стою у дверей и стучу, и кто откроет, к тому зайду.